Вес 3 килограмма, рост 51 сантиметр. В бэби-бокс областной детской клинической больницы вечером 10 января подбросили новорожденную малышку. Девочка не плакала. Кроха улыбалась, глядя на медперсонал. Все было точно так же, как и в ноябре 2015-го, вспоминает врач-педиатр Нина Двойных. Тогда в бэби-бокс подбросили очаровательную малышку. И вот опять, в ее же дежурство. В колыбели для анонимного отказа раздалась сигнализация. Коллеги говорят, что фамилия у Нины Дмитриевны счастливая. Поэтому она и спасает уже второго ребенка. Девочка была в конвертке, розовые шапочки, костюмчики и пинетка. Девочка внешне абсолютно здорова, хороший, нормальный ребенок, голубоглазый. На ручке у малышки была бирка с фамилией мамы и датой рождения. Кроха появилась на свет 5 января. Может быть, какие-то жизненные обстоятельства не сложились, и мама решила ребенка оставить в бэби-боксе. Полицейские установили, что в действиях женщины, оставившей ребенка, нет состава преступления и наказание ей не грозит. Сейчас малышка проходит обследование во второй детской больнице. Хватило мужества принести ребенка и доставить его в медицинское учреждение. То есть девочка доношенная, состояние не вызывало никаких опасений, не переохлажденный ребенок. Судьба этого ребенка, потому что такие рождественские дни должны сложиться вполне благополучно. Хотелось бы, чтобы эта девочка тоже обрела свою семью, у нее все сложилось хорошо. Очень надеюсь, что этот ребенок не окажется в детском доме. Екатерина Худякова, Максим Леонов, телеканал «Сейм».